Всем привет, вы на канале Хобби Отдых. Сегодня я буду делать газон, кондиционирование газонов. То есть сейчас у нас апрель месяц, 24 апреля 2022 года. Значит, у нас вот такая вот система сейчас у меня будет. Вот он для осени, для весны. Как бы буду поднимать землю, траву и остатки отмершей травы кверху. И буду обрабатывать газон. Вот он, газончик, то, что после зимы остался. Вот такой вот. Сейчас это все пройдусь, подниму, чтобы убрать старую траву с того года, которая осталась. Осенью я делал, а сейчас буду повторять. Вот это работает система у меня Гардена. Она работает от 220 вольт. Вот. Ну что, давайте приступим. Вот с одного прогона сколько травы старой. Теперь в обратную сторону пойдем. И так все потихонечку будем проходить. Ну вот, закончил кондиционирование почвы. Вот смотрите, что получилось. Вот, видите, два мешка полных. Вот третий мешок. Это вот с такого объема. Это вот этот участочек маленький. И вот он участок. То есть обработал, поднял всю траву наверх, старую собрал. Сейчас осталось только сделать как бы пылесосом, обычной газонокосилкой, пройтись и собрать оставшуюся листву, которая мне не зашла в приемный сборник, в травосборник. Вот такой вот маленький участок, два мешка. Именно вот таким ножом это делается. Вот он. А уже летом это будут типа расчески, такие как проволока. Просто-напросто раз в месяц ей проходиться. Сейчас после того, как соберу обычно газонокосилкой остатки травы, которая осталась, после этого надо подкормить. Ну, я, наверное, с подкормкой подожду, так как после подкормки надо, чтобы был дождь. А дождя пока не предвидится. Буду кормить перед самым дождем. Это надо сделать обязательно, чтобы ничего не сгорело. И еще. Значит, вначале мы делаем повдоль проезды, а потом поперек. То есть тем самым мы захватываем те участки, которые не прошли повдоль. А поперек мы просто-напросто все подчищаем. То, что не было пройдено повдоль. Составим батарею электрическую. Сделаем полозья на единичку, поставим, чтобы как бы здесь получится снять-то. Вот, на единичку поставил ее размер. И все, сейчас пройдемся, соберем остатки травы. Но вот все ушло у меня на это все буквально полтора часа. Вот еще маленький пакетик набралось из-под пылесоса. Вот он. То, что остатки травы. Теперь вот что получилось. Вот такой чистенький газончик сейчас. Все, травки нету старой. Все чистенько, аккуратно. Вот все, что хотел вам показать, как весной подготовить газон к лету, чтобы он дышал по-новому, чтобы новая трава вырождалась. Ну и так далее. Все, ребята, ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.